Погнали. Итак, ребята, как мы обещали буквально вчера, позавчера, обещали, что поступит всеми вами любимый кроссовер Toyota RAV4. И он поступил в продажу. Начинаем рассказывать. У нас зарядки мало, да, на камеру, поэтому максимально быстро. Ребята, данный автомобиль я лично продавал сам в 2016 году. Данного человека знаю. Очень аккуратный, очень пиндитный, поэтому максимально все по делу. Toyota RAV4 2016 года. Один хозяин. И скоро не будет. Да, 16-го года, один хозяин. Ребята, 2 литра полный привод, предмаксимальная комплектация, ну, в принципе, она максимальная. Комплектация Prestige, а была еще Prestige Safety, но добавлялись мертвые зоны, активный круиз-контроль и система считывания дорожных знаков и слежения за разметкой. Все. Все остальное есть в этой комплектации. А, и еще, извиняюсь, здесь одна камера, а в максималке было 4 камеры на 160. Все остальное, все одинаково. Давайте начнем показывать. Ребята, память сидений, уже сразу сходу, электропривод сидений, кожаный салон, он одинаково у Рафа, кожаный мультируль, круиз-контроль, двухзонный климат. Так, пробег у нас, покажи, 75 790. Обслуживание у официального дилера, пока автомобиль был на гарантии, потом обслуживание у наших всеми любимых ребят, которые разбираются в Toyota Hilux. Монитор 7-дюймовый, то есть был еще чуть меньше, здесь как бы нормальный монитор. Парктроники по кругу, оплетка родная. Родная, да? Да, это родная. А, что еще у нас? Здесь вот получается у нас режимы эко, спорт, подогревы сидений, подогрев лобового, всего. Да. Вот видишь, сетка? Да, видно. Да. Электропривод, складывание зеркал, подогрев руля. И еще сзади сейчас покажем. По-моему, брать не буду. А, точно. Подогрев задних сидений. Потому что в каком-то году он появился, в каком-то он... Вот. Так, начнем дальше снимать. Так, ребята, автомобиль полностью весь у нас в заводском окрасе. На родной 18-й резине Dunlop. Вот она идет. Так, сейчас мы найдем, как обычно. Вот. 23-я неделя 16-го года. Правильно? Правильно. Да. Вот. 18-й оригинальные диски. Оптика, ребята, здесь светодиодные ходовые огни, и оптика здесь ближний свет, ну то есть такая как бы нормальная. Дальний идет, ну, желтым, допы. Стоят сетки, стоят сигнализация GPS GSM управлением. Тонировки нету, ну не хотел у нас человек. У вас передний парктроник стоит? Да, передний парктроник, это именно заводской. Также, ребят, лобовое стекло Toyota, оно оригинальное, оно полностью в сетке с электроподогревом, то есть всего лобового, не зона счета. Цвет обычный белый, очень практичный, очень удобный. Омыватели фар, посмотрите, пожалуйста. То есть на автомобиле нету абсолютно ни сколов, ни царапин. Бесключевой доступ у нас. Все ключи у нас имеются. Также получается у нас автомобиль передвигался, в принципе, Ростов-Батайск, ну то есть не далее. Ну когда-никогда там, может быть, куда-то там выезжал. Так, давай покажем салон еще у нас пассажирской стороны. Ну, машина помыта, просто койки немножко. Да, я извиняюсь. Карина, перезвони, я видео снимаю. Хорошо, я извиняюсь. Сейчас я перенаберу, можно? Буквально 2 минуты. Вот такая вот обшивка, это только в Престиже начиналось. То есть вот такая вот, ну, как панель наполовину обшитая. То есть... У нас здесь двухлитровый, да? Да, двухлитровый, ребят, это вариатор. Но, надежный, как вы помните, не бойтесь, да. У жены твоей уже вариатор. Да, вариатор. 170 тысяч прошел. С 2010 года пошел вариатор на 2-литровом моторе на RAV4. И по сегодняшний день он до сих пор стоит. То есть по 2021 год. Ребята, там особенность, кто не знает, у вариатора на RAV4 и, в принципе, на Toyota, на Corolla стоит своя система охлаждения дополнительная. То есть не вся система, которая идет единая, а еще дополнительно на коробку передач. Поэтому жидкость не перегревается. Так, задний салон, ребята, трансформация 60 на 40. Можно, то есть, как бы, да, сложить абсолютно в ровный пол. Также у нас, помимо всех ключей, мы предоставляем зимнюю резину. Она у нас в отличном состоянии. Мы оставим ее здесь, пусть стоит. Да, мы ее оставим. Электропривод багажника. АВД у нас полноприводный автомобиль. Номера, ребят, здесь были, как бы, ПТС оригинал, один хозяин, но две записи. Не смогли скинуть в особых отметках, там у нас ребята в определенном городе Ростовской области сказали, нельзя, запаска новая. Так сказали, нельзя. Да, остань, нельзя.
Запаска новая, ни разу не ставилась, ребят. Резину привезли, но шторка и сетка такая вот, которая, как у меня, она есть. Коврики оригинальные, летние, тойотовские, имеются. Колеса есть, машина классная. Обкатку только прошла. И точно не помню, в 16 году был переход с Японии на Россию. Вот, по-моему, Раф у меня из тех клиентов, которому я делал именно японский вариант, потому что, ну, вот он товарищ, друг, ну, как бы я чуть позже мы там выясним. То есть, возможно, даже это японский. Да, возможно, он именно японский. Давай посмотрим винкод. Просто винкод G начинался с, ну, ты понял, да? Да. Не, он с той стороны, да? А, нет, ошибаюсь, все, как бы, то есть, вот. Ну, да? Да, да, значит, российский, кстати. Накладочка. Ребят, ну ничего страшного, это крупноузловая сборка, абсолютно такая же надежная силовая установка, как бы. Не подумайте, что мы резко умеем переобуваться. Но это тоже практикуем, да? Но это мы тоже умеем, да. Ребят, машина в продаже, цены нереальные. Сейчас такой RAV стоит, если брать новый, как бы, в районе 3 миллионов, там, 3,100, 3,3, как бы. Именно 2 литра вот такой максимальной версии. Но уже последний кузов. Да. Итак, подытожим. Который похож на Ниву Шевроле. Да, да, да. Итак, подытожим, как обычно, да? Один хозяин, весь в заводе, 2 литра максимальный, с двумя комплектами колес. Все как положено, ребят, кто первый, того и тапки, да? Чем мы сегодня Прадика продали? Прадика продали, Прадик ушел. Да. По NX у нас, да, сейчас там переговоры. Сейчас, да, мы уже сняли, да. Скинули видео. Ну и остальные там машины у нас в процессе, мы чуть позже покажем и расскажем. Короче, работы хватает. Работы хватает, мы поехали дальше, а впереди субботово воскресенье. Не-не-не-не-не! А, да. Или оставим, ребята? Оставим. Все, давай.